Ну, я, во-первых, хочу поблагодарить Кирилла Валахович за финальную экскурсию. Я здесь впервые. Я, может быть, небольшой специалист, но считаю, что это шедевр инженерной мысли. Это самая крупная электростанция на всем Кавказе. И, конечно, я был поражен масштабами, поражен сложностью работы специалистов, за что мы все благодарны. Ко всему прочему, конечно, в процессе нашей экскурсии я у Кирилла Варламовича поинтересовался, что нас ждет летом. Летний курортный сезон для нас это важно. Я Варламович поверил меня, что в летний курортный сезон проблем с электроэнергией на территории Кавказа не будет.